Здесь же в лесах маскировались новые «Катюши». На Западном фронте должен был состояться дебют новых установок М-30 с мощной 300-миллиметровой боевой частью большой разрушительной силы. Пусковой станок М-30 при стрельбе устанавливали непосредственно на грунт. На нем помещали 4 снаряда. Внутри ящика имелись направляющие полосы, по которым при выстреле скользил снаряд. Использовался и двухрядный способ заряжания, что позволяло с каждого станка пускать 8 снарядов. Дальность стрельбы – 2800 метров. Мощный реактивный снаряд установки получил у бойцов кличку «Иван Долбай». Впоследствии разработан снаряд М-31 с дальностью 4325 метров, а к нему установка на автомобильном шасси, называемая в войсках «Андрюша».